insane marketeer rapes my mother. Oh, my Russian people, I know you are international to the core, but those with unclean hands have often made a jingle of your purest name. Ему по-поэтски ответил при всех бюрократах. Сибирь. Все смолкли. Фидель спросил в тишине, под чавканье чьё-то пельменями. Очка пламени. Торчали ее огненно-рыжие косички. Я не боюсь, соврал я, поправляя слишком большую, сползавшую на лоб солдатскую ушанку с помятой алой землей. Куда от этого я денусь? О кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Спасибо, Лиза.